А перед просмотром поставь лайк и подпишись на канал. Спасибо! Здорово, народ, с вами Just Jack, и мы сегодня с вами начнем проходить игру под названием Dead Rising под цифрой 3. Проходить мы ее будем с Кириллом, но для того, чтобы нам начать вместе ее проходить, нам нужно пройти пролог. Ну, собственно, как и обычно. Ну что ж, давайте попробуем, посмотрим, как это будет выглядеть. Надеюсь, все будет окей. Очень сильно на это надеюсь. А еще я надеюсь, что здесь русская озвучка. Хотя, посмотрим. В общем, давно хотел поиграть в эту игру. Лос Пердидос, Калифорния, 23 марта. «7.14 утра. Поступил доклад о случае заражения зомби-чумой. 6 часов после начала эпидемии. Количество зомбированных достигло 500. «12 часов после эпидемии. Город объявлен зоной бедствия. Начата эвакуация. Начата. Или начата? Начата». 24 часа. По городу наносятся прицельные удары с воздуха. 36 часов после эпидемии. Армия перекрывает все выходы из города. Отдается приказ стрелять на поражение. 48 часов спустя. Утеряна связь со спасателями, оставшимися в Лос-Пердидосе. Пердидос. 60 часов после начала эпидемии. Слухи о выживших, оставшихся в городе, не находят доказательств. 72 часа после начала эпидемии. То есть это 72 часа спустя, да? Это получается, скорее всего... 72 часа назад вот события первой части начали происходить, примерно. Ну, я надеюсь, что это все на одной локации происходит. Игруха, кстати, если что, классная. Но немножко уже устаревшая. 2014 год, сами понимаете. Слышно, русские озвучивали. Хорошо, будет, скорее всего, русская озвучка. Нам нужно выбраться из города, иначе мы погибнем. Черт. Ник. Зона карантина. Если там кто-нибудь. Да хрен его знает. Точно там Кирюха где-то. Он потому что уже начал проходить. И зачем я на это подписался? В смысле, как зачем? А, игра успешно сохранена. Что-то здесь должна быть еда. Вот она. Так. Здоровье, еда, снаряжение. Это обучение. Съесть продукт. Этого недостаточно. В смысле? А, ну у тебя всего 4 палки пока. Ну да, с земли бургер сожрать это вообще самое то, конечно. Действительно. Ага. Ну, кстати, камера не очень, если честно, пока что. Не особо сложно было. Так, лопата. Так, предмет. Ага. Спасибо, но я не хочу. Я хочу пока с лопатой ходить, она посильнее будет. Черт, они и впрямь не хотят меня пускать. Ага, Кью мощный удар. Хорошо. Есть тут кто-нибудь?
Чувак, я бы на твоем месте особо бы не орал. Серьезно. Тут полно зомбарей. Может, там все-таки что-то есть? Кстати, видно, что игра старая, потому что 30 FPS максимум, ребят. 30 FPS? Где 60? Где 60 FPS-ов-то? Чувак, серьезно, ты идешь на звуки зомби, да? Ты вот сейчас прям серьезно, без обмана. О-о-о-о! И нам сейчас по этому коридору нужно будет пройти, да? Так, найдите выход. Бежим! Удерживайте, чтобы войти в режим прицеливания. А, классно. Замечательно. Ёб твою! Ты чё, говно? Ты сдох? А, для атаки по лежачей цели Q надо было нажать. Тихо. Ой, камера! Чувствую, будут у нас проблемы из-за этой камеры. Так, тут есть... О, ножик. О, мачете. Подожди. Так, выкинуть. Мачете. Отлично. Я думаю, что мачете нам пока хватит. О, топор. До свидания, лопата. Топорик. Электродрель. Так. Ага. Ну давай, сука. Ага. Ага. Пацаны, до свидания вообще. Гоняете, что ли? Так, а ведро что? А, это им на голову надевать нужно, да? Подожди. Оп. Хорошо. Так. Подожди, а тут что? Тут взрывчатка, да, у нас только? Ясненько. Так, я думаю, что мы пока не будем зомби валить. Мы как-то... Граната светошумовая. Так, нахрен нам фонарь? Возьмем мачете давай. Мясницкий нож. Аллилуйя, дождь из мясников. А, ну ладно, давай с топором. Нацка, 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 нацка. Получай, говно. Слушай, ни хрена они далеко летят. Ага, понял, спейс, чтобы карабкаться. Слава богу. Тактический пистолет. Давай возьмем. Ага. Окей. До свидания. Сразу минус голова. Так. Давайте просто их оббегать. Кирюх, там, наверное, уже спидранер. Подожди, а... Ой! Тихо, 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 тихо. Не трогай меня. Уходим. Какого черта? А? Черт! Выхода нет. Все завалило. У нас есть пистолет, чувак. Черт! У нас есть один выход. Но тогда прохождение быстро закончится.
надо вернуться в кафе. Ну, пойдем. В смысле, ты реально решил обратно сейчас идти? Вот ты серьезно? Через всю эту толпу? Беги, дебил! Ага. Ясненько. Животом ударился, ёбж твою мать. Чувак, вставай. Чувачок, вставай, чувачела. А черт. Самолет? Чего? Что здесь происходит? Ну, по крайней мере, он расчистил нам путь. Нормально. Впереди будет расчищено, это 100%. Capcom Vancouver Production. Восстание мертвых 3. В ролях. Сигурни Уиверни, Эндрю Лавретс, Шелби Янг, Фаллер Харбенд, Даниэл Робок, Кирк Боубил, Вероника Диас, Роберт Крясхед, Ариф Кинчен, Канлин Гаррет. Что там происходит? Это сейчас приступ эпилепсии у кого-то будет. Что за фигня? Слишком яркие вспышки. Нормально. Срань господня. Чувак, бежал бы ты. Надо вернуться к остальным. Слушай, так там же это, там, ну, типа, ну, как бы, ага. Так. 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 Что мы делаем? Мы кидаем... А канистру мы кинуть можем, нет? А, понял, мы не кидаем канистру. Понял, так, обходим. Так. Это кто там на помощь зовет? Ага. Мужик, ты умер! Опа-на, это что, арбалет? Тихо-тихо-тихо, арбалет! Там арбалет был! Стойте, мужики! Тут где-то был арбалет! Твою мать! Я просрал арбалет! Прикиньте, там лежал арбалет! А я его просрал. Твою мать. А, блин, это единственный путь назад. Тихо, 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 беги, беги! Полный кобздец. Да не, нормально, чувак, бежим. Да ёб твою мать, пошел вон.
Да ёпта! Заколебали. Во-во, согласен. А, да, они специально, да? Типа я два раза подряд подкололся, короче, на этой фигне. И как же мне попасть обратно? Брось. Поешь. Понял. Ёб твою мать. Так. Ну что, пошли прыгать по машинам? Тихо, запрыгивай. Твою мать! Прыгай! Мужик, давай. Мужики! Пошли вон! Так. А, нужно убивать больше зомби. Ой, но не сейчас. Блин, туда нельзя. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Тихо. Ой. Тихо, не хватай меня. Не надо. Сохранить игру? Игра успешно сохранена. Да твою ж мать. А, ну все, нормально, они падают. Ёпты. Так, сзади нет. Пацаны, падайте, падайте. Опа! Так. Строительная каска. На себя ее можно надеть? Нет, он ее бьет только. Ой, не, пистолет-то возьми. Вот давай электродрель возьмем с собой. Пригодится по-любому для чего-нибудь. Почти получилось. О, слава богу. Так, 25 метров. Эй, Ронда! Пусти... Фух, что ж, это было напряжненько. Привет, Аня. Я уж думала, не вернетесь. Нашли что-нибудь? Ёп, ты это же Аврил Лавин. Я нашел его снаружи. Может пригодиться. Валить отсюда надо. Есть кому возвращаться? Предки? Нет никого. И у меня. Иногда оно даже и к лучшему. А чё пикает? А, диабетик. У нас красота. Если бы вы ставили себе чипы с зомбраксом, как все нормальные люди, мы бы, может, здесь не торчали. Этих людей отслеживают с помощью GPS, как будто в тюрьме. Они исполняют закон. Эти чипы GPS выделяют зомбракс, они не дают зараженным превратиться в зомби. Ага, оно и видно, как у них получается. От вас нелегалов одни неприятности. Заткнитесь вы, дуры, услышит жена. Слушай, может, заткнешься, козлина? Они снаружи, нам тут волноваться не о чем. Ёб твою мать, а! Господи! Ну все, понятно, ясно. Не надо! Я не хочу умирать! Нет, нет, мама, мама, все будет хорошо, да? Да, я никому не дам тебя в обиду. О, Питер, я так боюсь! Боже мой! Глянь на это! Он словно что-то помнит из прошлой жизни. Мы же все погибли! Да господи! Серьезно? Серьезно? Каждую... Вот в первой части такая же была тупая дура, которая за своей собачкой выбежала. Ах.
Ой. Так, слушайте все, приготовьтесь бежать. То есть это куда мы пойдем? Ко мне в гараж, в Имилтоне. Стены там толстые. Вот, кстати, в гараже у нас уже начнется кооператив. Уходить так уходить, но я ни в какой гараж не пойду. Меня там люди ждут. Лапочка, тебе бы лучше а с нами. Я рискну. Они! Ник, зомби вот-вот сюда ворвутся. Тебе нужно что-то предпринять. Тут даже нечем их отгонять. Ты парень рукастый. Посмотри, тут куча всякой всячины. Посмотрим, может, что сообразим. Ага, сейчас мы начнем крафтить, да? Хорошо, хорошо, думай, Ник, думай. Давай быстрее. Куда подевалась эта кувалда? Кувалда? Ёпта. Да! Охренеть. Так. А теперь готовимся убирать. Слушайте все, мы уходим через заднюю дверь. Там должно быть меньше зомби. Так, бежим. Здорово, мужик. Вот это я понимаю. А чё, мы их не убили, что ли? Давай, мочи козлов. Вот так. Мужик, ты должен был умереть. Мне кажется, лучше бить на Q. Ой, я чё-то... мужик, ну пойдем, ладно. Пошли нахрен! Ух ты ж, ёп! Ребят, пойдем, может быть, да? А чё у тебя там в руках? Ручка? Так, не понял. А вот. А, у нас предметов нет, блин. Так, дать. Вот так хорошо. Спасибо, лапуся. Давайте дадим им что-нибудь. Вот тебе трубу, например, дадим. Надо опустить барьер! Ронда, иди сюда. Да стой, куда? Господи, стой, на. Бери. Так, а как мы его опустим? Ага. Сумочка. Нахрен нам сумочка? Сейчас мы опустим барьер. Сейчас я чувствую, мы опустим барьер. Сесть в машину. О, господи! Ёб твою. Машину! Бегом, скорее! Ребята, садитесь. Ой, хорош. Блин, слушайте, ни хрена тут зомбарей, реально целая куча. Прикол. Давай, 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 давай. Да отстань ты от меня! Смотри, там еще есть живые! Помогите! Помогите, пожалуйста! Люди!
Так, подожди. Давай-ка мы разберемся с этим. Так. Помогите! Помогите, пожалуйста! Спасибо, чувак! Я смахиваюсь! Садимся. Валим. Так, я так понимаю, нам сюда. А, вон Джоди еще какая-то. Прекратите это! Да идем, идем. Так. Да иди. Второй уровень, отлично. Садимся, ребят. Метров. Я надеюсь, нам сюда. Так. Отлично. О, я не надеялась добраться. Весь город в жопе. Да может и вся страна уже захвачена. Ну и где полиция? И где армия? Здесь безопасно пока. Пока что, ага. Ты по сторонам поглядывай, чтобы их здесь больше не было, ладно? Хватит! Эй, стойте, а у этого GPS-чипа с Зомбраксом, вон там! Эй! Они же должны вводить Зомбракс с зараженным, чтобы не превращались! А если превратятся, то отслеживать! Ну, в смысле, по задумке! Никого. Этого не должно было быть. Этого не должно было случиться. Надо узнать новости. Надо узнать, что там происходит и когда подоспеет помощь. Черт! Опять телек сломался. Придется мне повозиться с проводами. Мне, наверное, понадобится. Да ладно, там вообще телевизор показывает. Попробуй пока что-нибудь поискать снаружи. Но будь осторожен. Так. Сука! Ой, да ладно, ты только что зомбарей валил там на раз-два. Не можем выбраться из... Эй, чувак, я вижу, как ты говоришь, но ничего не слышу. Что? Я тебя не слышу, чувак! Твой чертов микрофон сломан! Я тебя слышу! Ты меня видишь? Можешь помочь? Ты из полиции? Из полиции? Ну, ты скажешь тоже. Я профессиональный техник по управлению офисной гигиеной. Я дал дёру, когда все это только началось. Застрял в какой-то комнате наблюдения. Комитета по борьбе с зомби, КБЗ. Нашел открытую дверь, подпертую трупом и заперся здесь. Я Джейми Флинт, Ник. Ага, вижу твою одежку. Так что так, никому не могу дозвониться, кроме тебя. О, черт. Ну, знаешь, не так все и плохо. У меня тут чипсы. Интересно, как, сука, чипсы, монет, понятно. Ясно, понятно. Хитрожопый. У нелегалов по всему городу есть укрытие. На одной из мотеля. К северу от тебя, вынутые. Целый раз, чтобы всю эту шнягу переждать. Ну, заныка чего? Короче, загляни туда, а я перезвоню тебе попозже.
Хорошо, игра успешно сохранена. Отлично. Так, у нас полчаса уже прошло. Я думаю, что я лично не знаю, как Кирилл, закончу первую серию на этом. Наверное, со второй серии мы уже начнем проходить эту игру как следует. А мы можем скомбинировать? Видимо, нет. Ладно, пока походим. В общем, я думаю, что мы на второй серии с вами увидимся. Ребятушки, обязательно ставим пальчики вверх, комментируем. Обязательно с вами увидимся. И всем пока! Куча хорошего настроения! Эй, бро, обязательно подпишись на этот гребаный канал. Ага. Спасибо, бро! Подпишись, подпишись на канал.